сценариев. Посмотрим, посмотрим. Я даже секундомер в реале включу. Сколько это на замедленной хуйне будет происходить. Просто стёбаный лимит на зеленом. Ой, блядь. Ты лучше в ту версию не играй, там все равно тебя разъебут. Хотя, ну, хотя если пытаюсь. с ресурсами ну, а если так по сотке можно немножко. Да, это неинтересно. А сейчас вот новая версия, сейчас пробуем. В принципе, все то же самое делать надо. Разберемся. Близко поставил, не знаю, блядь. ТП. Пока на медленной буду, я пока не уверен. Что-то еще строить, хули, блять. Тут военный по-любому надо. Так, кстати, где у нас товарищ? Этот летает. Здесь у нас путей сколько? Сюда и сюда. Здесь, кстати, сразу это выкупаю. Присоединяю сюда. Пускай идут. Здесь я крепость строю, блядь, сейчас. Пускай полетает. Крепость подождать. Крепости по-любому через две надо играть. И, кстати, я хотел крест-накрест их строить. Ща мы сделаем так. Но первые-то по-любому свои будут, а потом крест-накрест. Ёпта, так, здесь немножко сольем. Здесь что? Здесь. Сюда. Да сюда все. Драгунов ебанем. Джиггернаут проебывать нельзя, хороший юнит важный. И пехоту, конечно, тоже осторожно как-то топтать надо. Быстрее надо, нет, кстати, строить. Не играй лучше. Не это. Там, ну, вызов не это. Там Левиафана сразу кодом добавляй и все, на. Там просто, ну, смысла нет. Сейчас смотри, версию я тыщу новую. Вот сейчас через три Тимония построю эту самую. Так, а как бы, сука, я не изучил эту хуйню у него, ебать. Это хуёво, конечно. Просто тут периодичность появления войск еще ебанская. Ты отбиваешь атаку, пытаешься пушками подгрызть какие-нибудь здания вражеские, и все, и пиздец, и начинается. У них опять какая-то просирание войсками.
Да смысла нету. Я ж тебе говорю. Тестить надо вот на нормальную версию. Тут более-менее продумано. Вот сейчас у меня это получается сколько? Это смотри, вот сейчас уже не, ну, неплохо. У меня секундомер стоит. 40-я секунда строится крепость. Уже как-то более-менее нормально. И там, и тут строится. Но через две крепости в любом случае придется играть. Так, кстати говоря. Так, этот сюда. Сколько у меня их там? А, один строится. Надо вот сюда лететь. Торговать с шахтами. Потому что варика нету другого. Тут у меня один пока. Так как тут танки придут, их надо еще, блядь, выдерживать как-то. Так, все, построилось. Заебись. Фух, крепость построилась. Так. Теперь мы построим лабу по-любому. Телескоп на желтом. Золотишко немножко не помешает. Форт 5000 хп, ну типа, угу. Ага. Ну вот, да, пиздец. Да, по стандарту. В смысле стандарт? У него раз 5000? Да вроде бы, я стандарт. Не помню. Карбонильский рыцарь. Карбонильский рыцарь. Вот. Ну, вот эту идею с двумя крепостями перекрестными я придумал, блядь, заебись бы. О, нихуя, надо исследовать. Декорации красивые. Все охуенное, все заебись. Так. У нас все заебись. Так, этот летит у меня сюда. И строится еще один. Тут не проебать надо. Кстати, кто там нахуй? Ты че, ебанулся? Сюда. Сейчас уже атаки пойдут, уже посмотрим на хп, там на все посмотрим. Так, здесь построилась крепость, уже спокойнее становится. Сразу отойду, потому что проебывает такое войско. Посмотрим, как разъебется первая волна танков, и тогда я посмотрю это самое наступление на тюрьму сделать какое-то. Пушку можно сразу построить, можно одну сделать спокойненько. Так, по районам. Ну, дворцовые ждать. Кстати говоря, от зеленого мы возьмем казарму. Жаль, передавать нельзя. Так, пошла атака. Пошла атака. Смотрим на танк. 26-23, заебись. Теперь он быстрее разъебываться будет. Теперь не страшно, что если по два танка пойдут. Тогда мы сразу в него стреляем. В принципе, первый танк снесут герои с Джаггернаута. Герой один почти чуть ли не шотает. Кто не шотает? Там этот Роберто шотает, грубо говоря, танки. А, ну да. Способности. Но. Так, этих отведем в пизду, пускай стоят. Уж пизду у нас. Все пускай тут стоит. Так, что у нас здесь? Здесь что? Здесь же тоже хуярит. Тут надо сосредоточить огонь на танке. Разъебать его. Так, я хотел казарму здесь. Блять, сука, ебаная мышка. Сейчас построю.
Потому что вот эти юниты с щитами меня не устраиваются абсолютно. Все, в этой версии намного проще. Так. Ну, типа один город я отдал, вторым затащил, уничтожил крепость. Зеленым? Да-да. Это надо, блядь, выживать. Ладно, теперь как типа мы сделаем? Меня, она пусть тут настраивается. Световая с деньгами на самом деле. Бля, ты все еще на втором месте, ты че гонишь? Я тыщу, не мешай. Давайте я еще посплю, короче, проснусь, нахуй, выйду скоро играть. Минута третья будет, нахуй, еще. Да по-любому, нахуй. Так, сейчас я за желтого тут построю, блядь. Вот тут получше стало, блядь, строиться, хоть здесь заебись. Это прям поудобнее. Пиздец, блядь. Так, а чё ему въебать-то, блядь? Торговый въебу. Сейчас настроится. Не дави мне пехоту, Питер! Это что, блять, за нахуй? Он просто бежит на пехоту просто в приоритете давит. Просто куда-то едет, куда-то сагрился он. О, вот тут лагерь, нихуя. Пятихатку стоит, конечно. Я отвел 4 пачки пехоты, а он похуй, вот на них через 2 танка едет. Шо, сука, за нахуй? Кстати, блядь, я что-то проебал. Огромные проблемы. Как я торгую-то, я что-то, блядь, проебал. Ну-ка. О, заебись, этот сюда. Да похуй как, главное, не жопу. Это все правильно, это все правильно. Не факт. Не факт. Так. Ну я торговый еще въебу сейчас скоро. Ну, хуй знает. Вот с этой хуйтой поторговать будет нормально. Здесь никто не атакует. А здесь-то что у меня? Здесь 2 только торгуют. Этот сет и этот сет. Ладно, пускай. Вот тут я, кстати, плавильни что-то не вижу нихуя. Пока эту хуйню выбьем. О, хорош. Пускай копится золото, пока что-то нормально, блядь. Все, заебись. А, плавильни, все, здесь можно. Хватит. Съебемся немножко. Ну и по сути города надо апать сейчас, блять. Хотя я скважину въебу в начале. Я прям дефолтными сделаю скважину. Каждому. Толк от них, блять, нихуя. Да есть толк, ну, в плане приход золота. Нет, а вот у одного нету. Ну, типа, одного мне сразу вынесли. Желтого. Ну я добавил там по 300 ресурсов у каждого, чтобы было.
желтым тут есть, был один вариант, вот чисто сразу идти штурмовать крепость, чтобы у тебя хоть что-то было. Да чем ты там штурманешь-то, там нечем штурмовать. Ой, я крепость, понимаю, если бы у тебя, блядь... Ты понял, о чем я, не крепость, а этот хуйня. Да и толку-то его штурмовать, с него юниты не идут, он просто стоит, блядь. Тюрьму. Ну, два танка. А, тюрьму, блядь. Да, да и тоже толку нет. Чтобы юниты были. Хоть какой-то, да чтобы и... можно было потом разбить эти, где тимонии добывают. Хуйня это все. Кепка иманная. Сейчас построим. А, карбонильский танк может построить, заебись. Только стоит он дохуище. Да-да, я уже вижу. 600 тимония. Шизоидная хуйня. Эх, заебись, когда у тебя стоят просто АФК вооруженные караваны. Нахуй вооруженные караваны. А чтоб ХП у них было побольше. Так, перехватчика посмотрим. Ну теперь он вообще хиленький, блядь. Тогда с истребители точно в тему будут. Теперь нормально. Так. Переключимся-ка на золото. Это что за хуйня? Не, там, блядь, было просто нереально было проходить это все. Ай, блядь, два танка заебись. Не достает, видишь. Ну-ка, что у него по РНЖ, блять? 13. У этого 14. Ой, бля. Нормально. Ну, надо великий уже строить, сука. Так, а тут-то чё? Ты тоже, по сути, великий, надо ждать. Или тем, или копить, копить. Нихуя не угадал ты, блядь, вот сюда полетишь. Так, теперь золотишко тут побольше будет. Сейчас как раз нам калькулятор пригодится. Чтобы построить танк, тебе надо сначала его грейднуть. Это что, рофл? Ну, это пока что так. Пока что так, да. Бред. Пули поделать. Это зеленый, подожди. Нет, это желтый. Ну если выкупить, начнется проблема защищать его, блять. Крепость у меня здесь стоит. Хм.
Так. Я убил Леопольда. Пушка охуевшая вообще. Так, тут мы город сейчас построим скоро. Хотя я хотел, блядь, калькулятор ебаный сделать. А сначала въебу город в пизду. Ты чё, бля, ебанулся? Ну-ка съебись. Хуевенько дал, конечно. Она охуенно, ну блять, юниты. Так, город я хотел. Вот тебе город. Не бейте, пожалуйста. Хочу построить крепость. Пиздец,
просто сагрил, блядь. Хорош. Просто пошел пушкой и стагрил, блять. Изи, так и надо. Че я строил-то, блять? Че, пушку заказал, что ли? Нет. А куда я дел деньги, блять? Идите в пизду отсюда, блять. Кстати, эта хуйня так вроде и не работает. Ну-ка. Не работает. Не два идут танка. На Макс Рейнджер зачем? Давайте вплотную ехать. Сделаем. На этой карте отвратительно. Кто работает? Поиск пути. Хуёво. Пушку подразъебали. Так, что тут строится? Строится. Простите, ебать, Джаггернаут, ты чё нахуй? Сука. Уел совсем. Так. С калькулятором пора делать всё нахуй. Сейчас как понастроим нахуй. Но это 7-я минута, считай. Это если какой-то крутой челик будет играть, ебать. Сейчас как раз мы всё это качаем, блять. Вот теперь защита тут более-менее, блядь, пошла. Все, отойдем.
Так, желтый, чё у нас? Желтому город надо въебать в начале. Этого город есть. Так, калькулятор. Потом все остальное, блять. Походу с 8 минуты по 3 танка начинают хуярить. Возможно. Возьми, города просто падают уже. Изучу танк пришел. И петух ты ебучий разъебывает меня. Пиздец, бля, сейчас же разъебет. Урод ебаный, блядь. Моего ебаного паучка разъебал. Ах ты, сука. Сейчас прокачаем. Рваны отправ. Да сука. Чё это не откатилось нихуя пока? Надо крепости бану. Достает, блять, пидорас. Нихуя джиггернаут как разъебывает. Так, кстати, что там улучшается еще? Короче, у него второстепенные задачи. Просто нахуй. Так, ну смысл, что ты с них поймешь, ничего не поймешь. Надо думать об обороне вначале. Не каких-то там задачах. Город, кстати говоря, тут строил? Нет, нихуя не строил. Вот город. Наконец-то крепость чинится. Ах, блядь, я спокойно. Ебать, он меня наспавнил перехватчиков в другую сторону. Охуеть. Леопольдис сухопутный левиафан, что? Ну да.
28 минута игры. Вот тоже там. Все, КГ считай. Не бред. Вот тебя просто не дают. Нихуя не дают выйти с базы. Даже с тем учетом, что я себе накрутил немного ресурсов и экономики. Ставишь просто толпом на базу две яйца, две паровые крепости, с них выпускаешь по одной пушке, идешь рашить одну из фортпост, один из фортов, чтобы ослабить давление на какую-либо из карт. А наверху у тебя есть джиггернаут, которым ты в принципе можешь какое-то время отбиваться, плюс герой, который шотает почти танк. Ну КД же тоже есть у него. Ну КД, да, есть. Ну у тебя и войска как бы тоже есть. Хоть немного. Ну это, блять, просто оттас. Сием, я продержался 28 минут, я пошел рашить вражескую базу с тремя пушками. А потом внезапно оказалось, что та вторая сторона, которая, по идее, должен быть желтый. Туда спамились войска. И они ко мне оттуда двинули. Просто 30 перехватчиков, которые мне снесли абсолютно все нахуй, всю мою пехоту. Это еще не считая того, что Левиафан резнулся. Ой, ну нахуй ваши новые версии. Я тебе говорил, не играй. Так. Вон, стрим посмотри сейчас. Танки эти потом низкие. Они должны быть слабее джиггернаутов. Типа, это как облифтанная версия танка. А это ну, какая-то хуйня, которая меньше, быстрее, сука, и еще домашнее. Фиги уже это выслушивает не первый раз. Так, ну я думаю, снизу я ебану. По-любому снизу, потому что двумя пушечками разного калибра, блядь. Сейчас это достроится, блядь. Что-то не улучшилось у них нихуя добыча, блядь, на плюс 2. Хуеть. Наебало. Не, у танка должны быть по 500 хп. У этих карбонельских, и пускай и два... Хотя, похуй. А хуй знает, с чего бы они лучше. Типа просто поднимать им характеристики ни за что. Такой себе. Лучше дать им способность, как мне кажется. Да что-то золото сливать неохота на этом мне. Так. Больше, чем у джиггернаутов. Не вижу смысла поднимать им базовый уровень, если у них атак спид выше. Ну, ты что, поспал уже, блин? Ну смотри, ну по сути, 11 минута. 11 минута. Пушки идут. Давайте бота сделать то, чтобы они давили пехоту по приколу. Ехали через два танка, таранили их. Там рандомно как бы. Он просто агрится на какую-то дальнюю цель. Или, ну хуй знает.
Что у него за скрипты, я не знаю вообще, без понятия. Ну, там, скорее всего, типа, он в точку едет, где находится пехота. Да. Да нет, вряд ли. Он, ну, может быть, тоже хуй знает. Я вот 6 точно выводил пачку пехоты за танки, чтобы она не умирала, блядь, из-за того, что просто один из танков вражеских решил такой, я засуицидюсь в пехоту. Самое веселое, что он как бы убивает всю пехоту, не получает особого урона, а тем временем мой джиггернаут давит 20 пачек пехоты и умирает. Я сделал. Это забавно. А что ты там по итогу сделал? Желтого построил сюда. Зачем? Ну, чтобы возможность была пушки сделать подешевше. На самом деле, мне кажется, здесь не хватает еще каких-нибудь подкреплений, которые бы тебе подходили. Типа в реальной же карте компании будет еще подкрепления какие-то подходить. Да, ну, возможно. Ну, неплохо получилось. Так, ладно. Так, ну его нахуй. Уебываем. Забудешь вырезать. Знаете, там где-нибудь можно по стрелочке оставить этот танк с стартовыми этими характеристиками. 1100 хп, 56 урон. Так, а здесь у меня что получается? Здесь они у меня разъебываются. Надо зеленый, короче, бункер здесь делать. Сука, он-то вообще на мели, блядь. Причем вот так надо делать. Я когда сам первый раз попробовал, я желтым зарашил сразу тюрьмы. Но при этом я потерял город, но потом его сразу же отбил. Но потом, когда уже пошли по три танка, я такой, ебать, обосраться. И дал вот этого героя желтого. А можно ему сделать так, чтобы обилка у него сразу была? А не грейдить ее за 150 голды. Ну хуй знает. Это как повезет. О, тут еще какая-то сокровищница добавилась. Ну вот я про это и говорю. Это необходимо было. А ты не контролишь этих рыцарей, чтобы они просто таранили пехоту? Да нахуй эти рыцари, мне сейчас похуй вообще на них. Так, так сделали. Пиздец. Надо бункер въебать здесь, чтобы я здесь не беспокоился за эту хуйню. Бать, у него 900 ковы. Да там бункер стоит, нахуй, здесь смысл пока, блядь, топтать что-то, блядь. Отвлекать просто пока. Если бункер въебу там, блядь. Вот оно преимущество есть, но он его заюзать не может. Ебаная мэппа, да. Он желтенькие полосочки. Нихуя не может. Так
по идее, этого не должно быть в компании. Они же просто как расходники идут. Ну, наверное, да. Да. Так, что там? Типа отступить куда-то надо, ведь, от бункера. Вацио, это, блядь, все подохнет, нахуй. Так, что здесь? Здесь включаем вот эту хуйню, сейчас надо будет. Ну и сейчас, конечно, аналогично там бункер въебать. Странник на ебе ходит. У меня потому что на 15 что ли минуте или на какой-то там полезли. С другой стороны... А, ну это еще не 15 минут. Со стороны тюрьмы еще начнут лезть. Угу. Это хуёво. Это очень хуёво. Типа еще проблема в том, что ты не можешь зеленым просто на тюрьму выйти. Просто можно было бы часть войск с желтого отвезти из зеленого, чтобы вместе освободить тех чуваков, что в тюрьме там обитают. Да я мне похуй сейчас на эту тюрьму. Мне тут надо организовать защиту. Чтобы вот эти петухи разъебывались. А не разъебывали меня. Это комфортно, тишу. Надо желтый замутить еще. Сейчас он где-то улучшится. Я здесь замучу. И они охуеют. А у Форта всегда было 5000 хп? Не знаю, вроде да. Сейчас здесь будет форт, отойдем, посмотрим, что будет. Сейчас мы желтый здесь еще въебем форт. Перекладчик, парит тебе. Да хуй на этого перехватчика, это хуйня. Да, там блин. Так. Сейчас уже не только перехватчики идти будут. А я не помню, с какой они там минуты, блядь, с 14 или с 15. Ну, у меня еще есть этот выстрел ебаный, да, сейчас форт надо построить. О, как раз тихо, тихий момент. Нам подъем. Ну да, тихий Ефтер. Момент. Знаю я ваши эти тихие моменты. Две пушки, кстати, мало на эти форты. Они пиздец их долго ковыряют. Да похуй. На одна улучшенная. Сейчас мы здесь форт желтый въебем. Вот так вот. Грейдов. Кстати, пехоту надо улучшить. Мобильный Тимони не ставил? Нет еще. Чё это сыграло сейчас? Что-то я... Хорошо. Типа, мне кажется, надо строить после того, как ты паровой клевый захватываешь. Там прям ставишь эту хуйню, чтобы подхиливались твои механические воины. Вообще мех... Блять. Да съебись, ебаный ты джаггернаут, сука. Хули загородил мне, блядь. Все, форт строится. Чё за хуйня, пушка ебаная, съебись. А чё, блядь? Какой у него ранжа-то, блядь? 16, нахуй. Это прикрутая херня просто. Видишь, сейчас с какой стороны могут могла пушка атаковать? Она почему-то вплотную поехала. Хотя там что-то просто это... Нет, просто пушка ближе стоит. И рыцарь согрелись. Вот тут все как надо. Так и задумано. Ну, джаггернаут исследовать нет, я думаю. Думаю, надо исследовать. Пускай разъебывают пока. Петросян этот пускай подойдет, да.
Сигем говорит, что ты на тюрьму пошел, походу он там что-то подправил интересное. Ну... Сейчас я хотя бы, блядь, форт разъебу, блядь. И я думаю, крепость надо одну взять. Потом, блядь, уже все это думать. Сейчас у меня форт здесь построится. 14-я минута. Пушки пока разъебывают беспрепятственно. Здесь нормально. Здесь как бы форт, ну, смысла нет, пока разъебывают. Эти стоят здесь, все заебись. А что это у нас зеленый? Эти пачку контратир, что ты кинул? Да хуй на них, блядь. Пускай дрочится. А, Suicide Squad. Это опасно. Опасный парень идет. На пушки бы не напал. Сейчас откатится эта хуйня, прострелит. Можно ебнуть, чтобы пушка раскидывала пехоту. Захипала. У Алинов не раскидывает внимание. У Алинов, типа... Великий город, нас же районы въебать. Чё там, блядь? Два района. Ехал исследовали. А чё, застань здесь пару этих воинов наверху. У тебя же голды там дохера. Чё, Джиггернаут там будешь давить пехоту? Или отводить его будешь? Да, отводить надо, блядь. Пиздец, не там это бункер, ебан. Ну конечно, там бункер, атака 35, блядь. Ну, так, блядь. Сейчас эти петухи на пушку пойдут. Да куда нахрен добить осталось? Сейчас вот так попробуем сделать. А, так поставь пушку бомбардировку по толпе этих уродов. Ну сейчас все по сути должен доразъебать, вот все. Не, надо отвезти пока, там, это пехота, сейчас они разъебут пехоту уже потом. Чё у тебя пехота сейчас сагрится на пехоту? У тебя да же связывает как было. О, нихуя тут исследование. И границы изучи, лишним не будет. Ёбаный рот. Есть тут прям пачка такая, в наглую пошла. О, пошел пехоту давить, черт. Да не, он просто дальше ехал. Хорошо, что он к этим подъехал, сейчас его все достанут. Прям не хочет балду тратить. У меня как бы есть, блядь, прикол. Вот. Городок лучше ебануть. Пушки улучшить. Бедные солдаты бегут на танк вместо того, чтобы связывать пехоту боем. В этих, кстати, нет джаггернаута, блядь. Сейчас мы зеленый сюда джаггер запилим. Хоть попроще будет с пехотой. Причем он будет ультра, блять. Эй, чё за хуйня? Ну-ка, давай-ка. Короче, понял. Пока он, блять, там своей ручкой махнет, блять, заебанец. Давай-ка. О, казарма. Сейчас мы еще казарму разъебем. Если говорит сзади что-то пойдет, это залупа будет. Пехота 4-5 пачек такое. Оставим пушку. Город строится. О, заспавнилось. Сейчас мы падаем.
Ну все, форта нету, сейчас мы будем здесь прорываться, одну крепость разъебем, потом уже можно что-то думать, можно к желтому пойти. Видишь, как он долго стреляет, блядь. Так, вы что-то купили там, блядь? Что вы купили? Сука, рудник вот этот. О, как раз. О, отсюда убрали наконец-таки вражеских этих. О, как это, блядь? Главное описание имперских мушкетеров, специальный механический солдат. Давай построим. Так, ты пока не купит. Караван можешь от рудника к руднику направить, чтобы купить его быстрее. Да это тоже с ним торгует. Другой. Ну типа быстрее же будет. Я не знаю, два могут торговать или нет. Да, могут. А ты выбираешь караван, делаешь опорной точкой и конкретно и этот. Правильно. Эта хуйня называется. Контрольная группа. Сейчас мы крепость найдем. Не контрольная группа, нет тут. Контрольная группа. Так, объект. Типа мне похуй уже. На все эти объекты. Я сейчас просто улучшаю пехоту до красного, блять, уровня. И все нахуй. Сейчас они немножко постоят, кстати. Погнали вперед, нахуй. Когда в рудника тоже двинулись, по-моему, войска, нет? Хуй знает. Не-не-не, на зеленом. Это мне показалось. Так, тут великий город. Это говорит о том, что здесь пушку надо улучшить. Так, желтый. Здесь, конечно, у нас, блядь. Так, и желтую пушечку. Сука. Гонишь, что ли? А, да, у тебя там с рудника люди пошли. Смотри, они тебе этот в бой ввязались. Там, где тюрьма. Да и похуй. Они сдохнут, наверное. Сейчас мы вот так сделаем. Пушка есть, ладно. Так, стопы. А, это вот она, крепость. Че, у него выстрел не откатился? Ебать, он же разъебет его сейчас. Не, надо отойти. Отойти, разъебать. Короче, зеленые нахуй. Да ничего, нормально пока. Все-таки Левиафана пока нету. Он там на какой-то охуенной минуте. Он а просто на защите нет, стоит. О, пришел этот. А, нет. Оказалось. Так, желтый. Джаггер построить еще один. Сейчас улучшится пехоту покрепать. Подделаем пехоту. Так, нормально будет. Есть еще. Голову моча ударил. На паровых крепостях сидят мушкетеры, да, которые стреляют ракетами. Ага. А если задуматься и попробовать сделать такую пехоту, которая будет против воздушки работать? С ракетницами? Типа. Нормально, ну. Или против средних и тяжелых войск, типа, будут более такими.
страшно, бьется сидим. Еще 300 строчек кода на каких-то ебаных юнитов. Че-то я вообще в ахуе, надо съебывать этим героем, сейчас его разъебут мне нахуй. Пизда, бля, ебать, уебывай. О. Тут ничего, тут пехота сейчас пойдет. А ты пауков не ставил, да, чтобы танковали? Да не, не, не. Пиздец, так, блядь. Здесь как-то более-менее покататься, что ли? А смотреть, чтобы там не разъебали. О-о-о. Не, что-то я, блядь, очкую, ну нахуй, давай-ка отойдем. Это очень желтый. Старого, блядь. Моделька, когда умирает, у него башня отваливается, потом появляется заново и начинает двигаться. Угу. Так, при пехоте у меня хуёво, еще эти танки ебучие. Он уже, блядь, просто спавн танков пошел. Ладно, второй сейчас, на второй у меня будет выстрел уже. Здесь как-то надо подсобить, здесь эти пидоры. Чё у него, ну-ка. 740, на самом деле. Нормально. Ну пехоту исследовать это ладно, как бы. Блядь. Блядь, точно, где? Так, сюда что ли отправить? Парочку. Вот на город вообще хуй забил. Кстати, у меня пушка желтая была, блядь. Че, ну проебал ее что ли? Да, проебал желтую пушку снизу. Построим еще одну, блядь. Я там вроде не грейд выбрал. Да грейд же, наверное, уже. Уже? Уже, да. Нет, ну, почти. Не агрейжена. Да похуй, нормально. Вообще не понял, кстати, прикол в том, что ты сделал желтую зеленую пушку снизу, вместо того, чтобы две зеленые, а наверху две желтые. Джиггернаут, потому что сверху у тебя зеленая, это объясняется тем, что у желтого из джаггеров нету. Ладно, сейчас этот разъебут. Он на пехоту переключился, слава Аллаху. Ну и теперь. Чё там, желтый? Давай-ка, блядь. Одну разъебем хуйню нахуй. Хорошо, удачно поставил здесь эту хуйню. Тут тоже, кстати, у меня была пушка, блядь. Тут проебал ее, блядь. Только это осталось. Опять сейчас там будет. Так, где он там? Сейчас разъебем эту хуйню. Уже, блядь. Ну, наконец-то.
Ладно. Так, один из трех. Смотри, они лишь освобождают уже, заебись как. Еще построим. О, какой-то звук сработал. Этот, что-то он там пизданул, нахуй. Вася, это, давай эти ворота ломай. По идее же, это где-то в середине кампании? Или после? Когда за Винчи играешь. Не, я имею в виду, ближе к концу и кампании Винчи будет, или в середине, что-то такое. Там же грейды уже будут. В конце. А, в конце? Отлично вообще. У тебя уже грейды будут, будет проще. Не надо будет ни ресурсы тратить в компании. Так, это какой у нас свет, блядь? Ебать, ну третий ход такой. Творение. Очистное, спасибо. О, вот он что говорил, сделал. Желтый, отступаем. Джаггер тоже. Он там просто пачку пехоты. Три пачки рыцарей на них кинул и все. Можно еще проще сделать. О, нихуя, он за... Он походу по скрипту что ли тут будет или чё, нахуй, ёбаное всё. Знаете, походу не успели это... Взломать его до... Всё, разъебали. Пушки всего мира, объединяйтесь, блядь. Сейчас мы ещё вторую крепость заберём. Ванильский танк можно строить, не вкладывая деньги в него? Нет. Блин, ну как не вкладывая? Ну я имею в виду, чертежи не покупаю. Типа бред. Он и так стоит там 600 с хером. Так, что у нас здесь? Изучить вот эту хуйню мне необходимо. Сейчас где-то я тут хотел. Ножка Тимония. Думаешь, можешь сюда запихнуть плавильную Тимонию? Да похуй, какая разница уже. Нет, просто чтобы подхиливать можно было где-нибудь поближе к фронту. А ты мех воинов и не спамишь. И прочих механических юнитов. А, Сигим говорит, и исследуй танк Карбонильский. Видимо, там опять какой-то. Да исследую, блять, исследую. Ну то, что этот самый дешевле он стал. Сколько? Все, по-моему, ускорен. Да. Да. Так, давай-ка, падла ебаная, ну-ка. А чё у тебя в фортпосте кто сидит? Пушка. А. Убегать.
И так все исследования на максимум. Блять, конечно, он не прокачанный был. Я на город, конечно, не сделал выглядит. Ну и похуй. Так, а что это было? Два из двух? А, это этот самый. Только нахуй во второй раз исследовал? Или я его не исследовал? Ну-ка. А, нет, у тебя там долго не хватало. Хватает. Пауков они, конечно, знатно разъебывают. Типа пауки тут нужны были чисто для того, чтобы этих перехватчиков контролить способностью своей. Так, ну Левиафан, если он, блядь, на какой? На 20. Ну, если он на 40-й, то его бы хотелось подождать, конечно, блядь. Но это надо будет ускорить. 28-й падает. У последний пас, но он. Кто его знает. Сидим, давай, говори. Нихуя не захватить.
такой же лютый, блядь, это ваш снайперский выстрел. Вышел, смотри, петушара. Разъебываю, пацаны. Смотри, нихуя типы пришли какие. Так, а чё там? Как они называются? Где эта хуйня? Все, выхернется. Вообще, как обзываются эти танки? Какие? Карбонильские? Да. Хорош, блядь. Хули мы ебемся-то? Опа. Я забыл, что можно город построить. Здесь похуй, здесь нормально все с лимитом. Ждем Левиафана, блять, на 40 минут. Че, ускоряем, ускоряем. Как мы задание? Он чекал уже задание, там три задания. Одно основное, два дополнительно. Ну так надо эту столицу только завоевать и все. Мы тебя срочно обсидим, на такой минуте левик. Так, а я карбонильский один сделал. Вот он, хорош. Стой здесь, блядь, либо. У них у всех агрессия стоит, говно ебаное. Сука, отвечаю, блядь. Куда вы нахуй рветесь? Парни, конечно. Хорош. Где он? Он где-то появился. Где? Там в городе появляется путика. Где-то он есть. В городе, наверное. Я появился в городе прям. Прям возле него. Да, вот он. Ну, все на.
разъебываю. Сейчас погоди, сколько там хп. Сухопутный 7200. Ну это походу. Это походу как королевский. Только под тэч он. Ну он ничего не юзает, а кстати. Где он, ебаный рот? Все сдохло. Аф, хилкай на урон и заканчивай. А, хилка в КД. Ваш триумф, джиггернауты. Карбонитская фигня. Бля, может сделать так, чтобы ты по единице этих карбонитских танков получал, когда захватывал правый гир крепости? Было как весьма кстати, мне кажется. Ну вот, при этом смотри, это 35-я минута вроде как. Да. Да хуй знает, ну... Оно и так нормально. Чё тут еще менять? Реликвии, может быть, хуй знает. Раз, хуй знает, что это даст. Лично меня казит то, что надо как бы изучать танк карбонельский. Типа весьма логично, что вы захватываете их здание, где уже есть чертежи их. Ну может они не умеют их делать еще, что надо исследование провести. Нормально. Ой, мы винчик. Мы контратьеры, мы не умеем.